списку городов-партнеров Бобруйска добавились новые регионы. Один из них – провинция Морогоро, что находится в Танзании. В экономике столицы лидирующие позиции занимает сельское хозяйство и пищевая промышленность. Потому трехлетняя дружба с Бобруйском пришлась как раз кстати. Для подписания важного документа приехал сам мэр африканского города Паскаль Киханга. Нам очень нравится ваше сельскохозяйственное производство, в особенности тракторы. Так как в Танзании очень развито сельхозпроизводство, мы нуждаемся в вашем оборудовании и тракторах. И хотели бы со временем открыть в Танзании ваше белорусское производство. В церемонии подписания договоров о побратимстве иностранные друзья и градоначальник Александр Студнев. Уже после скрепления отношений подписями на площади Ленина прошло торжественное открытие аллеи регионов-партнеров. В нем приняли участие не только зарубежные гости. Столь значимый день жителями разделил губернатор Могилевской области Леонид Заяц и почетный гражданин Бобруйска Лидия Ермошина. Бобруйск с городами-побратимами связывает тесное сотрудничество в различных сферах. Это экономика, культура, туризм и история. Дружба выражается в обмене делегациями и творческими коллективами. Здесь хорошие люди, здесь хорошая культура. Для нас это лучше дружить с белорусскими людьми. Мы приглашаем делегации и люди из Беларуси, из Республики Беларусь. До нас приезжают люди из района Грудинского. У нас тоже соглашение с Грудинским районом. Так мы приглашаем всех. Приезжайте к нам. Севлиево, Кабулети, Иглесиас, Ишим и Шаасим. Узнать информацию о братских населенных пунктах, достопримечательностях, культуре и символике этих регионов на главной площади города теперь может каждый. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.